Продолжаем выпуск. Внимание, должник. На дорогах при Ангаре начались массовые совместные рейды судебных приставов и сотрудников ГИБДД. В борьбе с неплательщиками используют систему «Дорожный пристав». Это специальный прибор видеосъемки. В потоке транспорта он сканирует государственные регистрационные номера, выявляя владельцев, имеющих неоплаченные вовремя задолженности. Останавливают водителей, проверяют их по базам данных, сверяются, смотрят, имеются ли у данных водителей неоплаченные задолженности. Что касается конкретно задолженностей по линии ГИБДД, специально для граждан придумали такое новшество, что в течение 20 дней после вынесения штрафа административного они могут оплатить его со скидкой в 50%. Подобная практика существенно сократила количество неоплаченных штрафов и судебных исков, но по-прежнему огромные долги жители Иркутской области имеют по алиментам и коммунальным платежам. В случае, если автомобилист не может погасить долг, его транспортное средство поместят на арест-площадку.